должно же было остаться хоть что-то. Хоть кто-то в этом бункере. Не могли же все умереть. Прям совсем все. Люди. Где вы? Еда. Крысы. Крысы же всегда выживали, что бы ни происходило. Или тараканы. Я помню, как их бабушка травила. А они... Где тараканы? Наружу нельзя. Никак нельзя. Мне дед Федор говорил, что там нет ничего и никого. И свою смерть найдешь. Эх, дед, не дожил ты. Только ты мог подсказать. Я мог с тобой поговорить. Где ты теперь? Отмаялся. Сколько времени прошло, как тут стало тихо. Как понять, сколько? Когда случилась катастрофа, время исчезло. Мне кажется, так человечество наказал Бог за то, что мы уничтожили Землю. Странное существо человек. Вроде разумное, как будто бы. А что на поверку оказалось? Ведь сколько книжек было написано, сколько фильмов снято. Тут вам и апокалиптические картинки будущего. Вот вам, дескать, люди. Вы не мрите предупреждением и вроде понимали все. Знали, что угрожает цивилизации, и снова спрашиваю сам себя, как так вышло? Разве не знали мы, к чему приведут всякие эксперименты с силами природы? Разве не знали мы, что такое атомная бомба? Разве не видели мы, что делали с экологией? Как они говорили, сегодня еще шумят наши леса и смеются наши дети. Сегодня еще богаты наши недра и поют птицы. На наш век хватит. А вот не хватило! Смерть там.